Приветствую вас в этом видео, на связи Вячеслав Опилкин. И сейчас я хочу вам показать, то есть как нужно зарегистрироваться в проекте «Живая очередь» и настроить, получается, личный кабинет. То есть пройдусь по всем вкладочкам и покажу, то есть что делать нам после регистрации в проекте «Живая очередь». Итак, когда вы, то есть нажимаете ссылочку либо под этим видео, либо переходите с какого-то либо места, то есть на регистрацию в «Живую очередь», вы попадаете вот на такую страничку. То есть у вас будет написано ваш пригласитель, но в данном случае Вячеслав Опилкин. Вот и здесь получается есть два варианта. То есть можно перейти по прямой ссылке вот на такую форму. Есть еще вот такая страничка, сейчас вам открою. То есть здесь уже с видео презентация Николая Жаричева. То есть мы также здесь просто нажимаем регистрация. И нас также перебрасывают, то есть вот на такую страничку. То есть и что нам нужно сделать сейчас? То есть вам нужно написать свое имя. Я напишу Иван Иванов. Вы пишете свое имя, сюда вставляете свой email. То есть я возьму для примера такой email на mail.ru. Вот, и сюда главное нужно вставить свой телефончик. Вот, и придумать пароль. Можно, конечно, использовать сложный сгенерированный пароль, но советую вам, то есть, уже прописать какой-то свой пароль, который вы используете в основном где-то, то есть при регистрации в каких-то сервисах. И обязательно, то есть, записать вот этот свой email и пароль. То есть записать где-то себе в блокнотик на листочек, чтобы потом не потерять, чтобы можно было войти уже в проект «Живая очередь». То есть это очень важно. Пишем пароль. Все, ставим галочку «Я не робот» и нажимаем «Регистрация». Можно сохранить этот пароль. Все, вот мы попадаем в личный кабинет. И здесь нам сразу же вот такое вот выходит «Подтвердите ваш email». Отправить письмо, то есть на мою. Или можно изменить адрес электронной почты. То есть мы нажимаем «Отправить письмо». То есть это важно сделать в самом начале, чтобы подтвердить нашу почту. Нажимаем «Ок». Все, и сейчас я зайду в свой почтовый ящик, посмотрю это письмо и подтвержу мою почту. Итак, вот я зашел в свой почтовый ящик. То есть вот открываем письмо живой. Вот, и нужно нажать «Подтвердить регистрацию». Так, я вставлю ссылочку, просто в другом браузере записываю. Все, ожидаем ответа. Все, и после этого, то есть нас получается перебрасывают на такую страничку. И теперь также можно будет зайти в нашу почту и подтвердить уже email. То есть также копирую эту ссылочку. Возвращаюсь в другой браузер. У вас, если вы работаете в одном браузере, то есть можно просто нажать на эти ссылочки или кнопочки, и то есть у вас сразу. Так, и что-то здесь у нас не получилось сделать. Ага, вот еще раз повторно скопировал ссылочку, вставил ее, и вот вышло такое сообщение. Вы успешно подтвердили почтовый ящик, теперь заполните ваш профиль. Вот, итак, давайте, то есть начнем. Здесь надо будет вам... Получается, вот эти вот все поля, в основном, то есть, заполнить вашей информацией. Вот первым, что нужно сделать, получается, нужно загрузить аватарку, чтобы уже было видно, что вы реально, как бы, человек, и то, что не с каким-то там, непонятно каким-то аватаром, то есть, люди имеют дело. То есть, выбираем картинку, загружаем ее сюда. Все, картиночка появилась. Все, можно страничку обновить.
Все, и теперь, то есть у вас получилось, вот здесь аватарка есть, и вот она вот здесь вот тоже появилась. Так, здесь вот можно немножко переделать. Иван Иванов, чтобы было так. Пол мужской поставить и нажать кнопочку сохранить. Все, успешно. Теперь здесь вам можно будет реквизиты поставить, то есть здесь можно поставить либо номер кошелька Payeer, либо номер банковской карты своей. То есть вы вставляете этот номер и также нажимаете сохранить. Все, после того как сохранится, то здесь вы пишете ссылочки на соцсети. То есть, ну, советую указать все, если у вас, конечно, нету. Так, и вот сейчас нам выскочил проверочный код, который нам отправлен на почту. И вот советую, чтобы не на почту эти коды отправлялись, а в телеграм-канал. То есть сейчас следующим шагом подключим телеграм-канал. Вот, а так, в принципе, можно, то есть, заходить на почту. Да, я скопировал сессию, не код, вот сам код. Вставляем сюда. Все, пишет успешно, нажимаем ОК. И то есть, когда вот мы делаем здесь изменения, нажимаем сохранять, то есть он бывает, что нам запрашивает вот этот вот код. Все, соцсети свои заполните, информация. То есть о себе можно здесь кое-что написать, то есть кто вы такой, чем занимаетесь. Ну и здесь можем прописать, то есть, например, ссылочки какие-то, если у вас есть уже, например, готовые воронки для проекта или еще что-то, то есть сюда можно всю эту информацию поставить. Вот, все, нажимаем сохранить после этого. И вот еще важное поле – это вот доставка посылок. То есть нам нужно выбрать страну, написать свое имя, почтовый адрес свой прописать, регион, ваш домашний адрес. И вот здесь вот есть инструкция, где можно взять, вот, ну как посмотреть, вот, который рядышком с вами находится, пункт выдачи Wildberries и Озон. То есть, ну это в принципе можно даже в Яндексе набираешь Озон, ищешь свой город, выбираешь там улицу свою и, то есть, подставляешь, что это адрес пункта выдачи Озон и также пункта выдачи Wildberries. То есть, все после этого вы все это сохраняете. И, получается, первые настройки мы сделали. Вот, теперь переходим дальше. То есть, раздел «Безопасность». Вот, здесь вы можете, то есть, сменить пароль в этом разделе. И, например, сохранить также. Вот, и вот самое главное, вот, «Telegram-бот». То есть вам нужно нажать на кнопочку «Подключить Telegram-бота». Так, сейчас я сделаю это на своем другом профиле. Вот, нажимаем «Подключить Telegram-бота». Сейчас он тут у нас грузит немножко. Все, и как бы вот надо поставить... Открыть, чтобы у нас Telegram десктоп. То есть перед тем, как это делать, у вас должен установлен быть Telegram на компьютере. То есть как это делается, тоже можно в Яндексе набрать. То есть как установить Telegram, вам выдаст ссылочку сразу же и установите себе Telegram. Все, нажимаем открыть ссылку. И вот у нас вот такое вот поле появляется. Нам нужно нажать кнопочку запустить. Все, и теперь вот мы успешно подключили Telegram уведомления. И теперь... То есть вся информация о начислениях, там еще, то есть вот эти одноразовые коды, то есть они будут приходить вам сюда, вот в этот Telegram-бот. Так, обновляем страницу, и вот статус подключения, вот он у нас стоит подключен. Так, переходим дальше в раздел настройки. Вот ваш ID в ProstoGame. Вот это тоже важное поле. То есть для того, чтобы партнеры, которые зарегистрировались под вами в живой очереди, потом могли перейти вот здесь вот по ссылочке «Просто обучение» и попасть уже в «Просто гейм», вам нужно взять ID из «Просто гейм». То есть вы переходите по этой вкладочке. Вот, у нас открывается вот такая вот страничка. И вот здесь есть кнопочка «Перейти просто гейм». И
Так, у нас открывается вот такая вкладочка. Здесь нажимаем продолжить, 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 продолжить. И вот здесь есть раздел регистрации. Все, и после этого мы попадаем, то есть получается, вот на такую страницу. Здесь тоже так же, как я, Вячеслав Опилкин, пригласитель. Вот, и здесь вам также надо будет записать имя, имейл, точно такой же. Телефон то же самое, пароль, как бы можно, в принципе, тот же самый придумать. Нажать «Я не робот» и нажать «Регистрация». Все, и после этого вы попадете уже в личный кабинет. Так, в личный кабинет уже просто гейма. Вот, там, в принципе, нужно будет сделать точно такие же настройки, как и в живой очереди. То есть, мой аккаунт. Мой аккаунт получается. Ну, давайте прямо сейчас проделаем тогда все это. Имя тогда. Иван. Ну. Почту делаем такую же. Пароль такой же пишем. И нажимаем кнопочку «Регистрация». Также сохраняем. Все, и также мы попадаем здесь вот на наш личный кабинет. То есть здесь у нас также ссылочка есть «Живая очередь». То есть мы можем отсюда перейти в «Живую очередь». Вот, а также здесь, то есть все вот эти вот наши вкладочки, можем будет потом вам пройтись по ним, посмотреть. Вот, и получается здесь также нужно подтвердить наш email. То есть нажимаем «Отправить письмо». Пишет успешно. Переходим в нашу почту. Так, вот оно письмо. И для подтверждения перейдите по ссылке. То есть я копирую адрес ссылки. Возвращаюсь в кабинет. Вставляю ссылочку. Нажимаю Enter. Итак, все. Теперь здесь, как я приветствую на видео. То есть можно это посмотреть. Видео первое, потом, например, в партнерской программе можно. Ага, ну и он пишет, как бы надо смотреть это видео до конца. То есть мы его можем. Ну, лучше досмотреть, посмотреть. Все. Вот, и все, досмотрели до конца. Нажимаем на партнерской программе. Все, тут получается открывается видео о партнерской программе этого сервиса. Ну и здесь как бы вот вкладочки можем по всем им пройтись, посмотреть. Вот, после того, как все это посмотрите, вот можно будет перейти также вот к моему аккаунту. Вот, ну и здесь, в принципе, все то же самое. Загрузите свою аватарочку. Вот этот вот свой ID нужно будет взять, как раз таки нам, который потребуется, что я вам говорил. То есть его скопировать. Здесь заполнить также имя, все, ну, все то же самое. То есть здесь также, только здесь побольше кошельков есть. Payeer, Dwcash, эфир кошелек и номер банковской карты. Также соцсети, сообщения о себе. Вот, и сохраняем. И также здесь вот есть Telegram-бот. Можно также подключить Telegram-бота. У нас перебрасывает, нажимаем запустить. Все, и вот пишет, вы успешно подключили Telegram уведомления. То есть все отлично, Telegram бот у нас подключен. Ну, здесь также настройки, тоже всякие разные уведомления. Вот здесь можно прописать еще ссылку на свой Telegram чат, можно сделать приветственное сообщение, то есть которое отправляется партнеру. Тут также можно безопасность сделать двухфакторную, чтобы она у вас через почту отображалась. Вот, и то есть все вот эти вот настройки. И здесь, в принципе, то же самое. То есть здесь те же самые настройки, то есть тот же самый интерфейс есть. Вот, и самое главное, вот нам здесь вот здесь поставить ваш аккаунт, ваш ID в просто гейм. То есть вот этот вот ID нужно нам поставить. И после этого нажать на кнопочку «Сохранить».
Вот это сделано для того, чтобы человек, когда переходит вот по этой вкладочке «Просто обучение», он уже попадал бы под вас в проект «Просто гейм». Все пишет успешно. Все, и на этом, то есть, в принципе, настройки закончены. Ну, давайте вернемся в кабинет живой очереди. Вот, и что здесь есть? Получается, самым первым после настроек, когда вы сделали, вот у вас есть раздел «Быстрый старт». Все, здесь нам было нужно как бы подключить вот все вот эти вот шаги проделать. Подключить Telegram-бота по этой ссылке, то есть мы это уже сделали. Подпишись на YouTube-канал. То есть, ну, это официальный YouTube-канал компании. Вот сюда можно будет, то есть, заходить, смотреть какие-то, например, встречи, которые проходят. То есть каждый понедельник Николай Жарич проводит встречи. Ну, бывают какие-то, то есть проводят тренинги. То есть здесь можно раздел видео перейти. И вот здесь, например, был понедельник, была трансляция, то есть о новых возможностях. Вот планерка вот такая, каждая, она сейчас каждый понедельник проходит. Ну и вот были интересные марафоны по трафику. Различные вот тут уроки, курсы можно посмотреть. То есть, ну, много всего интересного здесь на канале есть. Так что советую тоже подписаться. Вот так, вступить в Telegram чат проекта тоже обязательно надо сделать. Нажимаем присоединиться. И вот в этом чате, то есть это основной чат, здесь можно, то есть, задавать вопросы. И вот иногда просто закрывают, чтобы не было много сообщений в чате. Вот его открывают 2-3 раза в день, то есть не можешь сюда писать уже свои основные вопросы по проекту. То есть здесь их быстрее решают, чем, например, поддержка на самом сайте. Так, закрываем пока. Так. Вот еще есть новостной канал. То есть здесь тоже публикуется, вот, например, бывают розыгрыши, каждый понедельник проходят. То есть сюда публикуют, то есть все новости проекта, вот, выигрышные билеты, которые выиграли. Вот, ну и все основные такие моменты, то есть здесь все публикуется. То есть советую тоже сюда подписаться. Следующий шаг. И вот есть еще подпишись на канал поздравлений, то есть третий канал. Здесь выходят вот эти поздравления, которые уже, то есть люди, когда достигают каких-то уровней, и здесь вот эти вот поздравления всегда идут. То есть здесь их очень много бывает, по 3-4 тысячи в день приходят таких поздравлений. Ну, просто интересно посмотреть, сколько людей достигают каких уровней в проекте. Пока все это закрываем. Все, то есть вот эти вот действия мы сделали. То есть можно здесь посмотреть также презентацию проекта, стратегию 10-10-10. То есть, ну, советую вот эти все видео вам посмотреть. И дальше уже, то есть вот есть раздел «Команда», где будут отображаться у вас все ваши члены команды, то есть кого вы пригласите. Они будут здесь все отображаться. Вот, и здесь вот также прописана, то есть ваша партнерская ссылочка, которую вы можете скопировать, то есть и уже потом передавать ее своему партнеру. Вот. То есть сейчас пока здесь никого нет, и когда вот у вас начнет появляться команда, то здесь будет по личным приглашениям и сколько вообще человек у нас в команде уже есть. Вот, и самый главный раздел — мои юниты. То есть когда вы все вот эти настройки сделаете, переходите в раздел «Мои юниты», и, то есть, вам нужно будет уже купить себе то количество юнитов, которые вы как бы хотите. Все, здесь этот быстрый старт мы уже прошли, нажимаем «Понятно». Вот, и здесь как бы можно купить уже 1 юнит, 3 юнита и 10 юнитов. То есть, в принципе, можно мне написать даже, вот можно мне, в принципе, даже написать в Telegram. То есть, я, например, хочу купить столько-то юнитов, я в вашей команде. И, например, перевести мне на банковскую карточку то количество, то есть, на которое вы хотите зайти, то есть 300 рублей, 900, 3000 рублей. То есть, ну, я зашел, конечно, на 10 юнитов, советую вам тоже, ну, как минимум на 3 юнита заходить, чтобы уже, как говорится, больше получить от этого проекта. Вот, когда у нас 10 юнитов, то есть у нас со всей команды мы будем получать... То есть все вот ее вознаграждения нашей команды мы будем получать. То есть если у вас, например, 1 юнит или 3 юнита, а у человека, который под вами 10 юнитов, и у него вот нижние юниты начнут двигаться, то есть первый юнит вы получите деньги. А когда у него начнет двигаться второй, третий, четвертый юнит, достигать какого-то уровня,
То есть получит тот человек, кто над вами стоит и у кого куплено 10 юнитов. Поэтому тут решайте сами. То есть, ну, если хотите как бы посмотреть, попробовать проект, можете зайти на 1-3 юнита. Вот, и в дальнейшем потом, например, докупиться еще на 10 юнитов. Вот, и то есть вы нажимаете, когда определились с количеством юнитов, нажимаете на кнопочку. И нам открывается платежная система. Сейчас немножко подгрузится. Все, у нас есть три варианта оплаты. Можно оплатить через Payeer, можно оплатить с банковской карты РФ Украина и через банковские карты СНГ. Ну, например, выбираем РФ Украина. Вот, и здесь вот, как видите, то есть берется уже комиссия. То есть оплачиваем, если с карты Visa, MasterCard, берется, например, 225 рублей комиссия. То есть если вы, например, зайти на 10 юнитов, чтобы не платить такую комиссию, вот напишите мне в Telegram, либо то есть найдите мои контакты в разделе. Вот у вас есть такой раздел. Мой куратор. Вот и здесь, то есть, получается, есть мои контакты. Вот ВКонтакте, Facebook, Instagram, YouTube. И вот как бы написать в Telegram. То есть самое быстрое, что я могу вам ответить, то есть написать мне в Telegram, что вы хотите пополнить свой баланс. Пишите мне свою почту в проекте и на какую сумму вы хотите, то есть, пополнить свой баланс в проекте. Вот, я вам перевожу внутренним переводом без комиссии. То есть вы мне переводите на карту деньги, то есть, и все очень быстро происходит. Вот, а так, в принципе, вот есть платежная система. То есть мы выбираем, например, Visa, пишем свою почту, нажимаем оплатить, то есть, ну и там выскакивают реквизиты, то есть уже наши карты. Давайте я скопирую тогда свою почту, введу ее, нажимаем оплатить. Все, и как я вам говорил, то есть сюда вводим номер карты, срок действия, CVC код, и получается, то есть нажимаем оплатить. Все, нам приходит потом смс-ка на карту, и получается, мы все оплатили. Но тут получится как бы комиссия 225 рублей. То есть, если, говорю, не хотите платить эту комиссию, то есть пишите мне в Telegram, и я пополняю вам баланс через внутренний свой кабинет. Так, и вот следующий шаг, то есть, да, когда вы покупите юнит, то есть у вас он здесь появится. Будет раздел «Мои юниты», и будет у вас написано там «Один юнит куплен». Вот и показывается, то есть какой он очереди стоит. Вот покажу вам на примере своего кабинета. То есть вот у меня здесь сейчас 13 юнитов куплено. То есть какие-то я остановил, там не пользуюсь ими. Вот, а так вот здесь вот у меня, вот видите, то есть ID юнита здесь прописано. То есть позиция его, какая вот, например, вот в этом уровне. То есть какая позиция. И то есть до какого числа он будет активен. То есть когда вот уже вот это количество баланс кристаллов у вас становится маленькое, там 10 остается. То есть надо уже его будет продлевать. И также можем мне написать, что, например, я хочу продлить кристаллы, перевести мне денежку на карту, и я вам, то есть через личный кабинет, пополню ваши кристаллы. Вот, и теперь еще один важный такой раздел, то есть мой куратор, мои сообщения, здесь вам могут тоже сообщения писать люди в проекте, то есть там ничего сложного, то есть либо вы можете своим написать людям. Вот, раздел «Мой куратор», то есть здесь буду отображаться я у вас, например, ну, если вы под кем-то другим нашли, то есть у вас будет ваш куратор. И вот здесь вот как бы советую сразу же зайти вот в этот мой телеграм-канал. То есть вот здесь мой телеграм-канал. То есть у нас здесь уже 607 участников. И вот здесь вот есть закрепленное сообщение. То есть в этом сообщении я как раз таки вот даю видео по настройке шаблона для презентации страницы. То есть можно сделать страницу презентации для проекта. Вот, есть у меня обучающий центр, где там тоже есть полезные уроки для, то есть, привлечения трафика. То есть, ну и много полезной информации по работе там есть. Вот, и также вот есть воронка для живой очереди, у меня есть такая. То есть, ну там такая простенькая вороночка. Вот, и есть вороночка для просто гейм. Сейчас я ее сделал, то есть она, в принципе, и для живой очереди, и для просто гейм. То есть, советую вот ей пользоваться, если что. И есть еще у нас проект кэшбэк. Это проект по карточкам. То есть, ну, можно тоже перейти по ссылочке, посмотреть. Там по бот ВКонтакте, то есть покажет информацию по этой вороночке. Вот, и также рекламные материалы. То есть можно перейти.
Там у нас кое-какие баннеры, то есть есть. То есть вот все материалы вот здесь есть. И также какие-то вопросы, если у вас возникают, вы можете, то есть, нажать присоединиться к группе и уже, то есть, какие-то свои вопросы писать. То есть мы здесь всегда быстро, оперативно помогаем друг другу и решаем все вопросы. Вот это по разделу «Мой куратор». Так, раздел «Конструктор лендингов». То есть здесь вы можете создавать какие-то странички уже готовые для проекта, то есть для каких-то своих нужд. Вот, ну, там было так сделано, что у кого, например, 10 юнитов, тот может бесконечное количество создавать страниц. Если у вас там 1 или 3 юнита, то есть вы столько страниц сможете создать. То есть я поэтому и советую заходить на 10 юнитов, чтобы полностью пользоваться всей системой. Так, конструктор визиток. То здесь тоже можно для Инстаграма, например, сделать визиточку. Поставить то здесь приветствие какое-то, имя ваше, чем вы занимаетесь, написать. Соцсети свои прописать. Ссылочки какие, то есть, например, написать название, то есть воронка для живой очереди. Поставить адрес ссылки, и вот здесь получится кнопочка. Дизайн можно изменить. То есть можно какую-то картинку поставить, все здесь сверху. Можно свою картинку загрузить. Вот, и можно также приветственное видео вот здесь разместить, то есть поставить видео. Это тоже очень интересный инструмент. Вот я пользуюсь в Инстаграме, у меня стоит ссылочка на вот такую визитку, и человек уже переходит. То есть для мобильных устройств это очень удобно. Вот, это как мини-лендинг такой создается. Так, мои авто... Ага, то есть доступ появится только, когда уже будет оплачен. Куплен либо один юнит, либо то есть, ну, какое-то количество больше одного юнита будет куплено. Так, просто обучение, это я уже говорил. То есть это переход в просто гейм. Мой аккаунт. То есть здесь вы можете посмотреть информацию о своем аккаунте. Да, то есть вот сюда это также, вот мы отсюда переходим. То есть и здесь также продублировано. То есть это ваш аккаунт. Так, ответы на вопросы. Советую тоже в эту вкладочку заходить, если у вас какие-то возникают вопросы по проекту. То есть не сразу их писать там мне в Telegram, почему у меня это, почему у меня то. А зайти вот в этот раздел «Ответы на вопросы». И вот здесь посмотреть, что такое юниты. То есть и вот сколько тут много всяких вопросов. И вот здесь еще есть ссылочки на как раз таки новостные каналы. Видео для сторис. Вот, кстати, есть канал тоже интересный. То есть там можно... Здесь всякие рекламные материалы есть для проекта. То есть очень много всяких рекламных материалов. Можно их отсюда брать, себе сохранять и уже применять в рекламе. Чат взаимопиара даже есть, кстати, вот здесь. То есть здесь можно какие-то делать посты и взаимно пиарить их уже. Так, и здесь еще есть конкурс. То есть можно отправлять видео на конкурс. То есть... Все, изучите вот этот раздел и переходите дальше. Так, благотворительность. То есть это проект наш не только, то есть зарабатывает деньги, но он также еще и делится деньгами с людьми, которые нуждаются в них. То есть были две акции. Была акция для детей из приюта, то есть получается проводили. Можете посмотреть, очень такое интересное получилось мероприятие. То есть за душу берет очень сильно. Вот и также вот был День Победы, то есть и проект вручал денежки нашим ветеранам. То есть вот пока было две акции, но еще одна акция на подходе. То есть денежки уже собрали на эту акцию. И скоро эта акция, то есть, будет проведена. И вот здесь в этом разделе можно ее смотреть. Так, вот здесь раздел «Мои посылки». То есть это когда вы будете, например, выигрывать в лотерее в недельной. То есть каждый понедельник проводится лотерея. То есть и за неделю вам, получается, начисляются лотерейные билеты за тех людей, то есть, которых вы пригласили в проект. То есть, если пригласили человека, он зашел на один юнит, вам в системе добавляется лотерейный билет. Вот, если, то есть, на 10 юнитов человека пригласили, вам добавляется золотой билет, и он участвует, получается, в месячном выигрыше. Там уже призы поинтереснее. То есть, там 5000, по-моему, разыгрывается на Озоне, то есть, сертификат, который можно использовать для покупки, то есть, каких-то любых продуктов, которые вы хотите. Вот, и самый вот еще интересный появился раздел «Баблобот». Вот, но сейчас здесь как бы ничего не куплено. Давайте покажу вам на другом своем аккаунте. То есть он появится, если вы купите.
Здесь вот пишет даже после активации 10 юнитов. То есть он появляется, инструмент, если вы активируете 10 юнитов. Так, вот у меня на аккаунте жены, то есть у него здесь куплено 3 юнита. И вот этот вот бабл-бот здесь есть. То есть мы копируем ссылку на него. И это вот уже готовая воронка ВКонтакте. То есть можно своих партнеров уже приглашать вот на это вот бабла-бота. То есть они заходят, нажимают кнопочку «Запустить бота», нажимают «Разрешить», и им получается вот такой вот уже приходит бот, где Николай Жаричев уже, то есть, ведет людей, показывает им все видео проектов, то есть подарки вот здесь разные. То есть, ну, прикольная штука, то есть люди проникаются, начинают смотреть видео, нажимают дальше-дальше, и в конце им вот приходит уже ссылочка, именно ваша ссылочка, то есть на регистрацию в проекте. То есть ничего не надо делать, просто копируем ссылочку на бота и начинаем, то есть ее уже рекламировать там ВКонтакте, ну, где у вас там, где вы обычно рекламируетесь. То есть можно, вот, в дальнейшем также появится этот бот для Telegram, и можно будет уже и в Телеграме, то есть рекламировать. Я думаю, в Телеграме можно и ВКонтакте тоже рекламировать. В принципе, люди, как бы, которые сидят в социальных сетях, то есть они везде есть. Вот, и возвращаемся в наш кабинет, то есть вот по этим я разделам прошелся, и давайте вот еще разберем вот разделчики. Вот у нас есть бонусы, то есть это те подарки, которые можно получать при прохождении каких-то уровней, то есть в проекте. Вот здесь, когда вот у нас получается наш юнит переходит на 8 уровень, то есть, ну, закрывает 8 уровень, переходит на 9 уровень, мы получаем, а нет, почему, это когда он с 7 уровня переходит на 8 уровень, да. Вот мы получаем как раз таки матрицу в проекте «Просто гейм». То есть мы можем вот здесь вот сейчас матрицу не покупать, то есть купить ее уже потом активировать. Тут есть режим партнера. Так, ну сейчас здесь матриц нету, получается. Режим клиента, режим партнера. Потому что она еще не куплена, и она как бы не появится. Когда вы доходите до 8 уровня, вам дается ссылочка на активацию матрицы. Вот там переходите по ссылке, вводите код специальный в поле, и у вас уже открывается, то есть, первая матрица. И вы уже можете, например, также партнеров звать в этот проект, и они уже будут вставать под вами. То есть это вот первый такой бонус идет, аккаунт «Просто гейм». То есть второй бонус уже просто дополнительный юнит. Вот. И когда у нас переходит на 12 уровень наш юнит, мы получаем вот первый уже такой подарок — Яндекс.Станция, потом AirPods, Apple Watch, iPad, iPhone, MacBook, автомобиль Hyundai, сертификат, квартира в Питере и квартира в Москве даже, то есть, есть. Ну вот у меня сейчас мой основной аккаунт, он дошел до 15 уровня, вот сейчас у меня бонус будет iPad. Сейчас еще пока его не получил, но думаю, скоро уже мне придет уже вот такой прикольненький подарочек. Вот, а эти бонусы, то есть, уже у меня все получены. Даже видеоотчеты у меня есть по этой теме. Так что, кому интересно, на моем YouTube-канале все это можно посмотреть. Вот, это что касается раздела бонусы. Раздел маркетинг, то есть сюда вы можете заходить и усмотреть, то есть уже какие можно получать вознаграждения, когда ваш юнит, например, достигает какого-то уровня. То есть вот видите, 8 уровень ты начинается, вот когда уже закрывается 6, переходишь на 7, получаешь 300. С 7 переходишь на 8, получаешь 600. С 8 переходишь на 9, получаешь 1800. То есть с 9 на 10 3000, с 10 на 11 6000. Потом с 11 на 12 18 тысяч, получаешь 18 тысяч и уже получается Яндекс.Станцию. Потом 44, 88, и вот мне недавно на днях прилетела выплата вот 176 тысяч за то, что я перешел вот на 15 уровень. Но следующий уровень будет вообще 352, 700, потом почти 1,5 миллиона, 2,800, 5,600, и в конце, то есть 22 миллиона, то есть можно заработать в этом проекте. Вот, и здесь вот еще самое интересное, вот рефералы, то есть когда вы приглашаете людей, они под вами уже регистрируются, начинают достигать каких-то уровней. То есть, и вот вы даже уже потом, получается, до 3 уровней будете получать со своих рефералов. То есть, и вот у меня тоже были выплаты. То есть, у меня Евгений Ванин, мой личный приглашенный, он закрыл еще раньше меня 15 уровень. Я вот за него получил 30 800, то есть просто за моего партнера. Потом, когда вот он выйдет уже, например, на 16 уровень, я 61 тысячу получу. То есть, просто за то, что я пригласил такого вот активного партнера, можно получить вот такие реферальные. Ну, это они каждый день, вот я вам скажу, по 100-200 вот этих вот сообщений приходят, что какие-то рефералы достигают уровней.
То есть в день получается где-то по 10-15 тысяч бывает зарабатывать. То есть просто на рефералах. Так, раздел очереди. Вот здесь мы видим уже, то есть общее количество юнитов на каждом уровне. То есть можем посмотреть, прям 15 уровень открыть. И вот как видите, то есть я уже вот перешел буквально на днях вот на, получается, 15 уровень, я вот тут пятый человек. Сейчас перейдет на благотворительность, потом Лилия, потом вот Женя Ванин, который подо мной стоит, мой лично приглашенный, Алексей Павлов. И вот потом я уже пойду на 16 уровень. То есть, ну, я думаю, это будет где-то, может быть, через пару месяцев. Как раз таки я уже, наверное, возможно, перейду на 16 уровень. И там уже подарок будет новый iPhone 12, который стоит тоже больше 80 тысяч рублей. Так, раздел промо. Как раз таки вот этот раздел, где у нас идут начисления уже вот этих лотерейных билетов. И здесь еще есть интересный у нас маркетинг. То есть за лично приглашенных людей мы можем получать тоже деньги. То есть когда вот у нас лично приглашенный переходит на 1-2 юнита, то есть я за него зарабатываю 50 рублей. Если вот 3-9 юнитов, то есть я зарабатываю с него 300 рублей. И вот если он заходит на 10 и больше юнитов, то есть я уже получаю с него 1000 рублей. То есть это как бы быстрые деньги, которые можно получить прямо сейчас. То есть пригласил партнера в этот проект и сразу же заработал. То есть не нужно ждать, когда твой юнит там дойдет какого-то уровня. Вот, можно приглашать людей и моментально, то есть, зарабатывать. Деньги поступают вот сюда на кошелек, и потом мы просто с кошелька их выводим. То есть, ну, вывод там начинается от 900 рублей. То есть, если вы приглашаете партнеров, например, на 10 юнитов они заходят, и можно деньги сразу же выводить. То есть, заработать 1000 рублей. Вот, и здесь как раз-таки вот здесь вот лотерея пишется, и вот здесь вот эти вот билеты отображаются. Сейчас давайте покажу вам в своем другом кабинете. То есть вот они, получается, это у меня билеты идут за лично приглашенных. Вот и вот здесь вот прошлый был выигрыш, то есть я вот этим 40-м номером выиграл, получается, недельную лотерею. Это набор книг у нас. И вот они вот здесь в моих посылках эти книги видны. То есть я уже получил один такой набор. И вот сейчас, получается, мне еще один такой набор придет. Ну, можно будет кому-нибудь уже его подарить, то есть своим друзьям, знакомым. Так, возвращаемся, то есть сюда мы сделали джекпот. Вот это были призовой фонд, был 100 тысяч рублей на старте, то есть когда мы звали людей, они могли зарегистрироваться в проект, и кто последний зашел в проект, ну, вот компания тем всем подарила как бы доступ, получается там где-то около 300 с чем-то человек получили доступ к проекту совершенно бесплатно и встали вот в общую очередь. Вот, ну, такие промоушены, то есть Николай иногда делает, и можно, получается, бесплатно зайти в проект даже. Вот, и раздел арена. Вот в этом разделе, то есть, получается, отображаются те люди, которые приглашают людей. И вот каждую неделю, например, вот у меня сейчас заработано 26 юнитов. То есть мои люди зашли на 26 юнитов за эту неделю. Вот, и за каждого, то есть, человека. То есть, например, человек заходит на 10 юнитов, то есть начисляется 10 баллов. То есть здесь, вот, например, сейчас кто-то зайдет у меня на 10 баллов, у меня останется 36 баллов. То есть я вот догоню вот Женю Ванина. Вот, и так вот, например, я на прошлой неделе я занял первое место, то есть у меня где-то было 79 баллов. И вот за первое место я вот получу 10 тысяч рублей за участие в арене. Второе место 5 тысяч рублей, третье место 3 тысячи рублей. И вот по 1000 рублей вот все вот эти остальные места, то есть до 10 места. Ну, то есть интересный тоже маркетинг такой. Ну, это, как говорится, стимул такой для приглашения людей в проект. То есть можно еще и вот здесь заработать. То есть не обязательно на движении очереди. То есть пригласите, например, 8 человек по 10 баллов. То есть сразу выйти на первое место в арене и можете занять первое место и получить 10 тысяч рублей. То есть из своих еще человек 8 тысяч. То есть сразу раз и за неделю 18 тысяч можно заработать. То есть я считаю, тоже очень интересная штука. Арена. И вот стоит сюда попадать хотя бы, ну, хотя бы на какое-то из вот этих 10 мест. Так, ну все, в принципе, по кабинету я все рассказал, показал. То есть под этим видео тогда я оставлю ссылочки как раз таки на регистрацию в проекте, ссылочку поставлю на мой телеграм-канал, и то есть ссылочку еще сделаю на
страничку презентации проекта, где там можно будет посмотреть как раз таки мои результаты. То есть можно посмотреть готовые воронки, то есть результаты готовой воронки. Вот, ну и много полезной информации о проекте. То есть можно будет посмотреть на этой странице презентации. Вот, а на связи был Вячеслав Опилкин. Смотрите это видео, проходите все настройки по порядку, то есть изучайте личный кабинет, походите по всем вот этим вкладочкам, все изучите, проверьте. И жду вас, если вы хотите пополнить баланс, то есть пишите мне в Telegram. Вот, можно писать в мой канал, то есть я найду вас, увижу, что вам нужно пополнить баланс, и мы с вами договоримся, пополним без комиссии, и вы сможете уже начать работать в этом проекте и зарабатывать очень хорошие деньги. Все, всем пока-пока.